Адресная справка сегодняшнего дня в Казахстане не нужна. Отменили, пожалуй, самый популярный документ в казахстанских ЦОНах. Ежегодно казахстанцы запрашивали больше 10 миллионов адресных справок для получения документов, льгот, пособий и других услуг. Так, наибольший пик в центрах обслуживания населения пришелся на 2015 и 2017 годы. Тогда документ получили 15 миллионов 700 тысяч человек. На 300 тысяч меньше в 2016 году. 5 лет назад чуть больше 12,5 миллионов справок, в прошлом 10 миллионов. В этом году граждане успели получить в ЦОНах 4 миллиона 800 тысяч справок. Теперь госорганы, школы, медицинские учреждения и другие смогут получать информацию о казахстанцах через объединенные базы данных. Требовать адресную справку могут только жители приграничных с Россией областей.